На юге Украины нарастает партизанское движение. Об этом говорится в публикации CNN. Три недавние покушения на российских чиновников на оккупированных территориях юга Украины за последние две недели указывают на усиление движения сопротивления российским захватчикам. Это может создать значительные сложности для Москвы, которая объявила о проведении референдума на захваченных территориях о присоединении их к России. Россия также столкнется с серьезным противодействием со стороны местного населения. Назначенные оккупантами чиновники будут убиты, а остальные будут жить в страхе, говорится в публикации.